Так, Honor 10, 14-28. По дефектам у него сразу же разбит экран. Засветы на экране в белый фон, если выходим, вот желтые пятна видно. Так, дальше по корпусу у него есть потертости, царапины есть. То есть, ну, по всему, в принципе, корпусу. Вот. На задней крышке у него идет. Вот непонятно, видимо, откалывается краской. Что-то в таком роде. Потому что это под самой, то есть где-то в середине, я предполагаю, так либо разбито само это стекло задней крышки. То есть внутри самой крышки вот эта вот штука. Вот. В плане работоспособности телефон полностью рабочий. Так, сейчас стоит сим-карта, все читает. Так, сейчас звонок сделаем, все проверим. Так. Сейчас на зарядку ставлю. Вот, показывает, что заряжает все. Зарядка идет. Так, звоним. Принимаем звонок на громкость полную. Раз, 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 раз. Так, громкость. Раз, 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 раз. Динамики все рабочие. То есть, ну, в принципе, по дефектам это все. Вот камера. Камера все работает. Фронтальная камера, все снимает, все работает. Вот. Так, можем отпечаток проверить. Так, отпечаток. Ну, все, отпечаток, в принципе. Реагирует, вибрация происходит. Так. Ну, в общем, и так далее. Вот. В принципе, по комплектации у телефона имеется только вот такой вот чехол. Я думаю, он не нужен в таком состоянии, этот чехол. То есть телефон полностью в рабочем состоянии.